Не совсем понимаю, зачем это надо, но я вам сейчас покажу несколько вот таких вот страшных улиток, да? Вот таких не было точно, я уверен. В прошлых годах, не знаю, лет 5 назад таких вообще не было. Вокруг воды есть маленькие такие, то есть, да, обычные виноградные такие маленькие, они были небольшие, а улитки такие. Вообще они сантиметр были длиной, да? Даже с панцирем они сантиметр были длиной, а еще были, еще какие-то еще меньше были. Вообще прям. Там вообще на миллиметры размеры шли. А теперь вот остались только такие вот страшные, улитки страшные остались. Вот уж не знаю, с чем это связано, но выдающийся конспиролог, да, маргинальный хмырь, он говорит, что это типа подкинули, да, американцы подкинули, да, что это американская улитка, американцы подкинули, но он просто телевизор смотрит, и он там мозги промывают, и у него уже ближе к 40 годам промытые мозги, да. Но странно на самом деле, что они взялись, появились эти улитки. Никогда их не было таких. Ладно, дальше смотрите сами, я вот эту запись включаю, просто на диктофон записал поверх наложу как-нибудь. А видео я заранее отснял. А вот, вот такие вот дела, смотрите там. Сколько их много, там вот будет фрагмент какой-то, я не знаю, как его ставлю. Где-то в конце, где их много прям вообще. На дровах они сидят, их прям дофига, вот. Увидите сами, в общем.